Доброе утро. Ну, а мы продолжаем наш такой необычный эфир, необычный дуэт. Анна Шамбадал, Марина Гес в студии. Да, и сегодня мы продолжаем тему. К нам сегодня в гости пришли самые маленькие дарования. Маленькие имеется в виду по возрасту все-таки. Да, вот эти малыши. Вот, посмотрите, это группа «Калибри», образцовой студии эстрадного вокала «Тути», художественный руководитель Елена Коробешкина. Вокальный коллектив «Тути» основан в 1997 году. На момент открытия было создано 3 группы ребят, желающих заниматься вокалом. Да, ну а сегодня в студии эстрадного вокала «Тути» обучаются 82 ребенка, и в работе студии сочетаются учебные занятия по вокальному и хореографическому творчеству, актерскому мастерству, да. Также концертная и конкурсная деятельность, индивидуальная работа педагога с ребенком, ну и многое другое. Ну и сейчас наши талантливые девчонки, которые пришли к нам сегодня в гости, исполнят для нас песню. Исполните? Да. А как она называется? Как глум рыбы собирал. Я поняла. Четко можно ясно. Не переводить. Ну что ж, давайте, мы с удовольствием послушаем. Мы будем танцевать, да, с вами? Слушайте, ну да, вот, кстати, к слову, я хочу добавить, что девочки занимаются в эстрадной студии 3 недели. Это даже меньше месяца, вот, наверняка, Анна бы не выучила текст за это время. Просто почему Марина знает, потому что она с ними занимается, но ее пока не взяли в коллектив все-таки. Мы же говорим огромное спасибо вам, девчонки. Напомним, что у нас сегодня в гостях группа «Калибри», образцовой студии эстрадного вокала «Тути», художественный руководитель Елена Коробешкина. Вот вообще Елена молодец, да? Да. Молодец. У нее много сил. Да, ну что ж, а сейчас самое время поговорить о здоровье. Давайте посмотрим хорошие советы в нашей рубрике.